Отобедаешь со мной? Да я на минуту. Сереж, зачем ты повез Игоря Мухича в лес? Угрожал ему. Слушай внимательно, Игорь Мухич. Свое следующее дело в агентстве ты должен завалить. Это не спортивно. Ну, насколько я знаю, при заключении пари каких-то дополнительных условий у нас не было. Следовательно, с Мухичем я могу делать все, что хочу. В тебе страх заиграл, не иначе. А знаешь, делай, что хочешь. Запугивай его, топи в реке, не знаю, закатай в асфальт. Я все равно не сомневаюсь, что он выживет, раскроет оставшиеся 18 дел, и ты проиграешь пари. Увидим. Звонил Кромберг. Сказал, что он уладил вопрос со Столяровым, можем работать со спокойной душой. Слава богу. Курсы по выживанию в диком лесу можно отменять. Интересно, они вернут мне аванс? Погоди, погоди. Посмотри, плиз. Нужно твое профессиональное мнение. Скажи, вот это или это? Ты бы какую взяла? Я бы взяла вот эту. Отвезла бы ее на Гаити. Тропические шалуньи. Сделала бы из нее зомби. И приказала бы откусить твои тестикулы. Это мои Фаберже? Они. Ой, нет, такую не надо. Я хотел взять ее на секретутку, ну, то есть секретаршу. Игорь, не хочу тебя обламывать, хотя нет, хочу. Секретаршу я уже нашла, и сегодня она начинает работать. А разве я не должен ее сначала как-то опробовать? Я прекрасно знаю твой вкус. Я ее уже опробовала. Она идеальный кандидат. Ты начальник. Здорово, Галина. Мухич, Игорь, очень неприятно. Приятно, очень приятно. Показывай, где мой пост будет. А это что? Это на всякий. С людьми же работаем. А люди разные бывают. Понимаю. Мы как-то с Верочкой на 14 февраля играли в ролевые игры в школьной учительской. И в самый ответственный момент заходит трудовик с лобзиком. Это он так шутит? Шучу. Конечно, шучу. Скажи смешная шутка. Поняла прикол? Нет. Ну, ладно. Раньше Галина работала надзирателем в колонии. Но после одного инцидента решила, что достойна большего. Как-то раз Галинин коллега, молодой и красивый офицер, предложил ей неуставные отношения. Закончилось все тем, что она... Варила его Фаберже? Да. Сунула в чашку с кипятком, взболтала и готова. В чашку? С кипятком? Да. Историю в результате замяли, но Галину с работы уволили. Она это мне все сама рассказывала, когда как сотрудница ФСИНа приходила ко мне на консультацию, когда я в МВД психологом работала. Вот вчера я ее вспомнила и подумала, надо брать. Там с картинки отгрызет, это сварит, вилы какие-то. Бедная моя манишка. Машонка,
Ах да, еще один такой момент из ее истории. Галина замужем, а муж ее зэк. Он чалится на десятки строгача. Он там на зоне какой-то смотрящий или что-то в этом роде. Ну, это так, чисто для информации. Я уверена, Игорь, ты в нее влюбишься. Там клиент. Куда это оперировать? В смысле, это, проводить? Благодарю. А что это? Чефир в сладость, часок в радость. Ну, я просил кофе. Чефир у меня лучше получается. Да ты попробуй, что ты от души заварила. Нет, спасибо. Как хочешь. Из хаты ломиться будешь? Стучи. Стажерка недавно травму перенесла. Решили дать ей шанс. А, похвально. А у меня жена из неблагополучной семьи. Да. В детстве голубей ловила, суп из них варила. А теперь я из нее светскую львицу вылепил. Она у меня фриттату с лобстерами кушает. Чем мы можем быть вам полезны, Арсений Анатольевич? История такая. Выхожу я вчера вечером от женщины и начинаю подозревать. Что-то с ней не то. Дайте угадаю. Вы подозреваете, что у вашей жены есть любовник? Нет. Я подозреваю, что у моей любовницы есть муж. Прикольно. Я сторонник моногамных отношений. У моей жены должен быть строго я один, и у моей любовницы должен быть строго я один. Мне кажется, вы не совсем верно понимаете моногамию. Мой член, мои правила. Резонно. Я хочу, чтобы вы за ней проследили. Я должен узнать правду. Не волнуйтесь. Я возьмусь за вашу любовницу, как за свою собственную. Я придумала новое направление – совместить моих два любимых занятия – йогу и макраме. Назову это макро-йога или йокраме. Открою свой клуб на Бали. Да, но сначала нужно достать кэш. Пронесло. Ты чего за мной ходишь? Ты кто? Извращенец какой-то? Я частный извращенец. В смысле, частый извращенец. Извращаюсь часто. Я так и подумала. Клоун ты, мух. Ну куда ты полез без заперской сноровки? Да еще и с пузом таким. Сиди в своем кабинете, подписывай накладные расходы. А наружку предоставь тем, кто на этом собаку съел. Ты мне поможешь, Алис? Разумеется. Зачем же еще нужны друзья? 30 штук в день, плюс дополнительные расходы. Бензин, там хавчик, все дела. А ЭМЕ, кстати, много. 30? Какой-то не очень дружеский ценник. А у тебя один, что ли, друг? Вон еще эти двое болтусов на шее висят. Их тоже подключить придется. Да ладно, не жмись ты. Деньги все равно не из твоего кармана. Кстати, раз уж мы с тобой теперь партнеры... Разве? Надо бы тут под оперские нужды кабинетик свой выделить. Что? Завтра пришлю дизайнера, глянет планировочку. Как-то все слишком быстро. Я не уверен, что я готов к серьезным отношениям. А поздно, пупсик. Я залетела. Покупай колечко и под венец. У меня есть виброкольцо на пенис. Подойдет? Почему-то меня не удивляет этот факт.
Слушай, ну мы вроде поняли, что мужа у нее нет. Нафига ее дальше пасти? А ты бы лучше в отделе торчал с Олегом, который киданул нас? Не. Как я к ее психушку посадили, там совсем грустно стало. Это да. Скучаю по былым временам. Чё встали, полубокеры? А ну бегом за работу, пока щусь в ливер вам всем не прописал и на пропеллер не насадил. Внимание, объект на 12 часов. Это что-то новенькое. Может, такси? Нифига себе, таксисты пошли. Плату за проезд натуры берут. Еще и по предоплате. Игорь! Игорь! Вот смотрю я на это на все и... Не похоже оно на хамам. Да, действительно, не похоже. А почему оно должно быть похоже? Потому что по плану. Именно здесь должен был быть мой хамам. Вот здесь должна была быть печка. Здесь курна. Здесь большой и круглый чебек. И здесь я должна была распариваться после тяжелого труда дня. Омываться. Ух ты! А я мог бы потереть тебе спинку. А вот мог бы. Да. А теперь вот видишь, нет. Это не я, это Рыбкина. Она для себя и парней делает кабинет. Оперскую. Игорь, господи, боже ты мой. Ну зачем Рыбкина это здесь кабинет? Кажется, за тем, что у нас с ней будет ребенок. Но это не точно. Руки на стол. Что? Ноги шире. Зачем? Галина, спасибо, дальше мы сами. Ага, сорян, что-то я забылась. Арсений Анатольевич, пожалуйста, проходите. Осторожно, я его еще не прошмонала. Это крупный инвестор. Галя, что ты несешь? Крупный, не крупный, а заточку в туза легко мог спрятать. Ладно, ладно, вы тут по своим понятиям живете, я поняла. Попробую вписаться. Товарищ начальник, тебе принести что? Кофе? Печенюшку? Нет, 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 вы меня не так поняли. Я вас не домогаюсь. Я вообще всех женщин очень уважаю. Даже таких, как вы. Пробили мы вашу любовницу, Арсений Анатольевич. С полной уверенностью заявляю, что мужа у нее нет. Прекрасно. Но есть любовник. Что? Да. Так что вы в какой-то степени с ним родственники, наверное. Братья по крови. Только не по крови, конечно, а братья по... Это точно? Сука. А вот эту я себе прикарманю, если не возражаете. Пардон. А чё, как? А я тут к вам по работе заскочила. Ты, Игоря, можешь разводить сколько угодно. Я прекрасно знаю, почему ты здесь. Я же сказала по работе. У меня новая инфа по вашему клиенту. Алиса, у тебя дома капитальный ремонт. И ты выпросила у Игоря этот кабинет, чтобы здесь перекантоваться. Что? Нет. Алиса! Ну окей, ну и чё? Я пользуюсь тем, что дают. Ты сама не такая, что ли? Ну, свалилось на вас дармовое богатство. Чё б не поделиться с нуждающимся? Я это богатство выстрадала и продолжаю страдать. У меня была своя практика, перспектива, предназначение. А это что? Шутовской театр имени Мухича. И, между прочим, реальные деньги ко мне в карман не капают. Да, ипотека оплачивается, но пойти и купить себе новый Диор я не могу. Как
какая печаль. Кристиночку оставили пестёра. Да нет, новое платье все равно через фирму провела, как камуфляж для оперативных работ. Но суть не в этом. Любовник, любовница вашего клиента, аферюга. Чего? Я нашла этого чувака в базе. У него судимость за мошенничество с банковскими картами. И готова спорить, эта баба с ним в сговоре. И цель их — добраться до счетов вашего клиента. А вот это уже серьезно. Звони клиенту. Надеюсь, он еще не отшил ее, иначе они перейдут к активным действиям. Этот придурок меня бросил. Как? Сказал, что я ему изменила. А он, видите ли, сторонник моногамии. Нет, я, конечно, пыталась ему объяснить, что моногамия — это когда оба партнера... Быстро выводим бабки. Но у нас же еще не со всех счетов пароли есть. Погоди, может, я как-то с ним помирюсь? Выводим, что есть, нельзя рисковать. А сколько там? Ого! Этого точно хватит, чтобы открыть клуб Юкраме на Бали. Сеть клубов и маленький филиал в Амстердаме. Заходим. Стоять на месте, не двигаться. Полиция! Руки от компа убрал! Лицо в пол, быстро! Никому не двигаться, вы задержаны по подозрению в мошенничестве. Ой, что это? Студенческий. Нашел в старой куртке. А! Простите, я не хотел, я случайно. Плохая, плохая рука. Женщин трогать нельзя, мы их уважаем. Ай-яй-яй-яй-яй. Слушай сюда, расклад такой. Супруг мой чалится на зоне и откинется еще не скоро. Как ты понимаешь, я уже очень долго воздерживаюсь. А это нехорошо для женского организма. Было у меня несколько кандидатов, но все они не подошли по разным причинам. А вот ты в самый раз будешь. В самый раз? Для чего? Для оздоровительного полового акта. С кем? То есть с вами? Нет, вы что? Я никак, это опасно. Да ничего, не бойся, никто не узнает. Мне это просто нужно для здоровья. Сечешь? Но я никак. Вы лучше у Кристины спросите. А я не могу. Надеюсь, в постели он будет такой же резвый. Как хотите решить? Хотелось бы радикально, но, боюсь, слишком много шума будет. А я уже засветился нехорошо. Давай что-нибудь попроще. Перелом нижней конечности. Вполне. Хотя я бы еще добавил пару ребер. Кашу маслом не испортишь. Выпустите быстро, или я вас всех засужу к чертовой матери. Привет, Цербер. Как тебе у нас на земле? Холодновато? Ну, в смысле, ты же до этого царства мертвых сторожила в аду. А там жарко. Дошло, да? Помогите! А это что? Помогите! Кто кричит? Никто. Тебе показалось. Вот же стучит. Это у тебя в ушах стучит. Выпустите меня немедленно. Лапы убрал. В чем дело?
Это что такое? ШИЗО. Чего? Штрафной изолятор для нарушителей режима содержания. Да я знаю, что такое ШИЗО. Зачем? Алло, ты что, тупой? Для нарушителей режима содержания, сказала же. В любом достойном перетенциональном учреждении такой должен быть. У нас не пятинар... Ладно. Кто там сидит? Нарушитель, конечно же. Я председатель правления банка. Вы все пожалеете. Галина, мы должны его выпустить. Вот посидит свое, подумает над своим поведением. И выпустим. Галина, у нас будут проблемы, очень большие. Вот именно, будут, я вам это гарантирую. Ну все! Стоп! Добрый день. Галина, сделайте мне, пожалуйста, кофейку. Кофемашина на кухне, чашки рядом с ней. Если надо молоко, оно в холодильнике. Понял. А, и раз уж ты туда, намути мне кофеек тоже. Черный, 2 ложечки сахара. Понял. Игорь, Путь, это ты? А кто там? Дмитрий Котельников и председатель правления какого-то банка. Мужики, здесь вам не Европа. Давайте, закругляйтесь и баб себе найдите. Путин! Игорь, стой!